В текущем 2014 году в школы городского округа были запланированы не только ремонты классов, помещений и фасадов зданий. Учебные учреждения получат и новые ограждения прилегающих территорий. Вокруг 256-й школы уже устанавливается новый металлический забор. Подробности в комментариях специалиста. Безопасность наших детей, детских учреждений и прилегающих к ним территорий – одна из главных задач системы образования. В Приморском крае, и в частности Фокино, этот вопрос уже не только звучит, но и решается. 23 августа состоялся аукцион на производство работ по установке ограждения 256-й школы. Контракт выиграла компания «Сантехсервис Плюс». Срок исполнения заказа – менее полутора месяцев. Работы уже в самом разгаре. У них контракт заканчивается 28 сентября, то есть полностью 100% должно быть огорожено. Контракт составляет 2 миллиона 800 рублей. Подрядная организация уже второй год работает у нас, Фокино. Подрядная организация выполняет работы на основании тех заданий, которые были представлены на электронной площадке сайта администрации городского округа. Благодаря качественно новому ограждению территория вокруг школы будет иметь эстетичный вид, хорошо просматриваться, а главное, будет надежно защищена от проникновения посторонних лиц. Контракт такой хороший, с воротами, с калиточками, загораживается полностью вся территория. То есть будет не только вот спортивный комплекс, что там монтируется, это начали с той стороны, а полностью двор будет огороженный. В территорию школы входит и новая многофункциональная спортивная площадка, открывшаяся на минувшей неделе благодаря реализации губернаторского проекта по оздоровлению населения. Но несмотря на забор по всему периметру учебного заведения, спортивный комплекс останется в свободном доступе для горожан в дневное время. Высота нового забора, согласно нормам, порядка 2 метра. Планируется установка видеонаблюдения. В контракте это не заложено, но вообще вот уже и директор школы это озвучила, и мэр наш, что все-таки калиточка калиточкой, а видеонаблюдение будем делать сейчас. Установка нового ограждения именно на территории 256-й школы не связана с открытием здесь спортивной площадки. Отсюда просто начали уже давно необходимую замену забора всех учебных заведений городского округа. Столь масштабная работа запланирована на сентябрь-октябрь текущего года и стала возможна благодаря вхождению в одну из региональных программ софинансирования.